Здание новой насосно-фильтровальной станции готово на 50%. Здесь уже установили первые стеновые панели. Сегодня главную коммунальную стройплощадку города с инспекцией посетил временно исполняющий обязанности главы города Игорь Кобец. В ходе инспекции Игорь Кобец проверил, как выполнен монтаж специального основания для насосов станции очистки воды. Строители рассказали властям, что за 2 недели установили здесь внешние панели, начали монтаж перекрытий 2-го этажа здания фильтровальной станции. А к монтажу оборудования для очистки воды здесь приступят в сентябре. Планируется, что уже в ноябре станция начнет работу. Ежедневно в город она будет подавать 6000 тонн очищенной воды. Постепенно объем очищаемой воды доведут до 36 тысяч тонн в сутки. Выполнение ведется в соответствии с графиками. Отставание уменьшается, которое было небольшое. Значит, на сегодня продолжается навеска панелей стеновых. Кирпичная кладка идет. Активно производится подвоз и отсыпка грунта.